Добрый день! Очередная распаковка из Китая. Подписывайтесь на канал, смотрите, ставьте лайки, комментируйте. Продолжим наше видео. Заказал из Китая, как всегда, по ссылке за 2 доллара некоторые. Покупаю. Тестер на вольтаж, ампераж и проверка всего такого. Подача тока. Проэкспериментируем, сейчас покажу вам, как работает. Берем мышка, которую в предыдущем видео уже показывал, как работает. Вставляем кабель. Вот. И будем проверять. Вставляем вот этот. И как вы помните, в предыдущем я вам показывал пауэрбанк на велосипед, который идет. Проверим напряжение его и вольтаж. Вот показывает подача тока 17 ампер, то есть 0 17 ампер, зарядила 39 миллиампер, время 2 секунды и вольтаж 5 вольт. Все работает, есть кнопка вот reset и так далее. Извините, тут это видео будет немножко длиннее, потому что подписывайтесь, ставьте комментарии, лайки. Удачи на следующих видео.